Что принимать? Скажите сразу. Говорю, принимать зеленую капсулу, которая делает чудеса. Но чудеса она делает только для тех, кто не понимает, что происходит. Внутри нее хороший состав. Ученые изучали больше 30 лет универсальное сырье для строительной клетки. Как сделать так, чтобы космонавты в космосе питались и не болели? И таким образом компания вышла на рынок и уже свыше 7 лет в Ютубе свыше 550 тысяч результатов. Как для людей, так и для животных. Кто-то скажет, ну так не бывает, чтобы одна капсула сразу же все болезни лечили. Но это мы сказали. Вот это такая болезнь, вот это такая болезнь, вот это такая. Скажите, чем мое тело отличается от вашего? Чем тело мужчины отличается от тела женщины? Мы все состоим из клеток. И формула очень-очень простая. Если у твоей клетки достаточно строительного материала, если твоя клетка достаточно питается всем необходимым, она производит себе подобных здоровых. То есть это же очевидно. Больная клетка произведет в жизни больную клетку. Что такое больная клетка? Клетка, которая недополучила строительного материала. Которая, я его сотворила из того, что было, из того, что сотворила, то и было. Потому что сегодня на рынке существует огромное количество БАДов. Вот тебе БАД от этого, вот тебе БАД от этого. Нас приучили. Голова болит, вот выпей аналгин. Колено болит, вот выпей это и так далее и тому подобное. То есть, по большому счету, вас приучают работать со следствием. Вас не учат работать с причиной. А вся причина именно в питании. Именно того, что мы недополучаем строительного материала. Многие говорят, ну я ем качественную пищу. Но я ем там и вот это, и вот это, и вот это. Но весь вопрос в том, что, может быть, вы действительно питаетесь самым лучшим и самым качественным питанием, которое у вас есть. Но если есть организм, если что-то поломалось, говорит о том, что чего-то превышает и чего-то недостает. На днях я консультировала одну женщину, и она говорит, там то-то, то-то, врачи сказали пить D3. Я говорю, понимаешь, D3 без К-факторов не работает. Но К-факторы не работают с тем. Это не работает. Так вот, в этой зеленой капсуле, если быстро, да, в ней есть все необходимое, чтобы вашу клетку напитать вот всем необходимым. И клетка, получив это все, она начинает вот, включать врожденный иммунитет. Иммунитет борется с уже патогенной флорой, уже с вирусами и так далее и тому подобное. Это идет путем накопления, потому что это натуральное все. Это не химия, что вы бросили аналгин, у вас голова прошла. А это натуральное. И за счет этого так.